И смотрим, смотрим очень интересную вещь. Что скрывают от вас в настоящее время ваши подруги, ваши коллеги, ваши соседи? Здесь идет, мои дорогие, замечательные, кто у меня со мной, знает, что Вивьена смотрит через хроники Акаши, а все картинки, воск и все прочее – это инструменты. И это то, что было интересно вам. Тут идет, что ваша подруга скрывает отношения с каким-то человеком, мужчиной, который когда-то что-то имел с вами. Здесь еще что скрывают? Скрывают под... Здесь идет коллеги на работе, вот она, чернота пошла, потому что любая вот такая скапывание воском, это всегда идет чистка. Здесь идет, что скрывают замедлительностью чем-то, и скрывают, тут идет на работе, есть какая-то ведьмака, прям ведьмака, но на работе, возможно, у кого-то кто-то не работает, скажет, я пенсионер, но это соседи, вот окружение, которое делает какие-то нехорошие вещи. Прям вот ее видно, вот смотрите, вот она в руке. В руке держит что-то, и змеи из нее волосы, как змеи, как у медузы Горгоны. Что скрывают? Скрывает она именно то, что она занимается такими вещами, и она как рыбий хвост, вот, понимаете, вот у нее прям как у русалки. И это человек, который с черной душой, она всегда все скрывает, потому что именно она поклоняется, прям вот тут видно, что она поклоняется темной силе и делает крадники. Вот она забирает чужую радость. Вот он, котенок, чужую радость забирает. И эта женщина скрывает. Эта женщина не из вашего семейства. Вероятность очень маленькая, что она из семейства. Если семейство, то невестки какие-нибудь, то есть не вашего рода. Но больше идет вот тут извне. Что еще скрывают? Видите, как чистится? Видите, как отсекается? Сколько у вас грязи рядом от людей, которых мы, может быть, даже не подозревали. Многие пишут, что у меня нету врагов. Не бывает такого, что нет врагов или недоброжелателей. Если вы вся такая мягкая и пушистая, это значит, что у вас просто закрыты глаза. А таких людей, мягких и пушистых, как раз вот и используют в эзотерике и в черной магии. Эзотерика, она для радости жизни. Что скрывают от вас? Скрывают. Так, здесь идет. А вот родственники, кто-то близкий, скрывают, что есть болезнь. Болезнь, которая связана с органами дыхания. Да, тут скрывают болезнь. А второе, кто-то еще скрывает от вас. Скрывают, что знаете, когда-то делали какую-то вещь, это может быть эзотерический и медицинский. И теперь проблема с деторождением. Так, что скрывают? Да, вот здесь идет соседка. Ну, то есть, это говорю, тут вот прям вот... Ну, здесь это идет дальше, как вот соседка-подруга. То есть, если подруга, то живет как-то недалеко. Она скрывает действительно, что какие-то отношения с человеком. Она скрывает, что она жаба, очень завистливая, и она не есть подруга. А лучшая подружка – это всегда подушка. Посмотрите, как счищается грязь. Чищу, вычищаю. Все зло. Те, кто смотрит, вычищаю. Все мои контакты в шапке в профиле. Пожалуйста, быстрая ссылка. Нажимайте. Если не открывается, то три точки вверху, открыть в браузере, можете мне написать и лично со мной связаться для работы. Здесь нужно действительно чистку. Так, здесь еще идет, что скрывают из вашего окружения, скрывают то, что у вас что-то украли. Украли, ну, в материальном виде, деньги, там еще что-то, курицы, ну, все что угодно, просто какая-то курица мелькнула в голове. Посмотрите, как жжется. И вот это вот, когда вот так вот факел жжется, ой-ой-ой, надо его потушить чуть-чуть, это мы отжигаем эту грязь. Все это вранье отжигаем, себя убираем. Крыса вот она есть, и она скрывает, что она крыса. Все, потому что невозможно держать. Сейчас я посмотрю. Не сгорел у нас фитиль. Тут действительно нужно дочищать. Кто смотрит, здесь сейчас мои подписчики,
Подписывайтесь обязательно. Заходите в Телеграм, в группу, мы там общаемся. Я даю там некоторые вещи интересные, особенно на канале. Даю разные советы, которые помогают в жизни. Смотрите, здесь идет такое, что скрывают. Скрывает у вас человек, смотрите в окружении, крыса. Мы ее сейчас, вот она, мы ее сейчас вот уложили, победили. Но удавка, которую она вам на шею положила, крадник, еще пока на вас есть. Вы можете посмотреть это видео несколько раз, 3-6 раз. Можете заказать действительно чистку у мастера. Мои контакты, я вам сказала, где. Это ваше дело к кому. Но здесь действительно есть крыса, и вот ножки у нее кверху. Мы ее все-таки победили. Но мы ее победили, но не снялось до конца. То есть в этой чистке до конца не доснялось. Вот ошейник, вот видите, есть такой вид. Ошейник на вас. Часто этот ошейник делают на то, чтобы человек выполнял волю чужого человека. И вот эта вот крысюха, толстая крысюха, от вас это все скрывает. Если у вас есть подозрение, кто, то есть пишите в комментариях. Есть подозрение, обязательно пишите, присмотритесь. И смотрите, вот ваше древо жизни, вот оно. И ваше древо жизни, на этом древе жизни, она украла и улеглась. Крыса такая, помните, как из сказки о Дюймовочке, такая, там крыса такая, крысюшная. Во благо все делает для того, чтобы украсть побольше. И она скрывает это. Она как благочестивая Марта. А на самом деле, вот она с рогами, с черной силой. Еще идет такое, что вот по работе скрывают, что, знаете, было какое-то или предложение, или что-то именно для вас. А на вас оклеветали, сказали что-то не то и скрывают. Этот человек, вот этот человек, мужчина, который хотел, ну, я не знаю, что хотел, да даже как-то по глупости, что ли, по дурости мозгов, потому что нет, вот голова отсеченная. Вот то, что я вам хотела сказать. Принимаю, приобретаю во благо и радости жизни себе желаю. Всю дрянь и грязь отсекаю. Истина заклята, исполнена. Да будет так.